Друзья, всем привет! В преддверии лета покажу вам очень простой совет, как убрать натоптыши. Многие сталкиваются с этим, не знают, как бороться, но этот способ выручает. Такой простой, ничего покупать не нужно, все есть дома. В первую очередь нам понадобится пищевая сода и обычное хозяйственное мыло. Так, хозяйственное мыло нам нужно настругать на терке. Не забудьте сразу подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы быть всегда в курсе новых интересных видео. Есть у меня такая маленькая терочка специально для этих целей. Хозяйственного мыла нужно 1 столовую ложку. Так, мыло готово. Берем ванночку с горячей водой. Туда добавляем хозяйственное мыло. Здесь у меня где-то 1,5 литра воды горячей. 3 чайные ложки соды. Так как вода горячая, все быстренько растворяется. Теперь садимся удобнее, опускаем ножки и держим примерно 30-40 минут, сколько позволяет время. Просто наслаждаемся. Ножки отдыхают, кроме этого, заодно и натоптыши убираются. А дальше я вам покажу еще кое-что интересненькое. Сейчас пока отдыхаем. 40 минут прошло, я вытираю ноги, не смываю, а дальше приготовим масочку. Для маски нам понадобится аспирин и сок лимона и немного воды. Берем 5 таблеток аспирина. Нужно тщательно размять при помощи ступки, конечно, удобно, но я все никак ее не куплю. Все 5 таблеток разминаем. У меня старая скалка. Так вот тщательно. Добавляем туда 1 чайную ложку лимонного сока. Можно взять сок свежего лимона. И 1 чайную ложку обычной воды. Перемешиваем. И получается такая смесь. Тщательно прям размешиваем, что все крупинки растворились. Что делаем дальше? Берем ватный диск, сюда наносим эту смесь, смачиваем как бы довольно-таки обильно, наносим на проблемное место, например, у меня здесь есть натоптыш, и оборачиваем пищевой пленкой. Теперь надеваем носочек, чтобы было удобно ходить. Эту маску нельзя держать больше 10 минут. Если почувствуете, что какой-то дискомфорт, даже меньше, но минут 5-7, потому что, ну, как бы, хорошо прям основательно убирает, может сжечь кожу, поэтому будьте аккуратны. После того, как прошло 10 минут, строго снимаем и промываем водой. Слегка берем такую вот щетку, не грубую, а вот эту мягкую сторону, и проходимся по проблемным местам. И вот этих натоптышей как не бывало. Слишком сильно увлекаться этой теркой не стоит. После этого вытираем, как обычно, полотенцем. И наносим крем, которым вы привыкли пользоваться. И эти места протираем. Вот так вот просто избавляемся от натоптышей. Если у вас большие площади, ну, то есть очень много натоптышей, то просто увеличьте компоненты. И вот таким вот нехитрым способом можно избавиться от всех натоптышей на ногах. Друзья, напишите, пожалуйста, под видео, как вы удаляете натоптыши. Будет очень интересно почитать. А на этом я хочу с вами попрощаться. Всем спасибо за внимание. До следующих встреч.